радио. Болтком. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. И сейчас у нас в гостях, как мы уже анонсировали, присяжный адвокат, доктор права Михаил Черноусов. Михаил Михайлович, добрый день. Добрый день. Да, ну вот когда-то, когда у нас довольно уже время быстро бежит, были в эфире, мы, конечно, говорили о той ситуации. Ну, сейчас уже генеральный прокурор говорит о том, что какой-то кризис в судебной системе, но суды в долгу не остались и сказали, что на самом деле посмотрите на себя, на прокуратуру, на полицию, но вы, как адвокат, у вас есть возможность со стороны посмотреть на все ветви вот этой судебной власти. Что вы видите? Ситуация ухудшается или улучшается? Потому что, ну, вот если послушать наших политиков, которые отвечают за упорядочение законодательства, говорят, ну, все становится все лучше и лучше, мы упрощаем законодательство, сокращаем вот сроки судебных заседаний, сейчас уже можно ограничивать там полемику, последнее слово и так далее, и так далее. Вот как вы на все это смотрите? Знаете, как говорят, адвокаты делятся на две категории, да? Те, которые знают закон, и те, которые знают судью. Вот я лично судью никакого не знаю хорошо, но по работе, естественно, приходилось сталкиваться в судебных заседаниях, на каких-то мероприятиях там и так далее. Ну и вот здесь, конечно, я могу и как адвокат, и как бывший полицейский оценивать то, что я вижу, и по тем процессам, которые я сопровождаю уже как адвокат. И, скажем так, картина вырисовывается достаточно печальная, к сожалению. Сейчас, конечно, в обществе много всего плохого, много проблем, но вот то, что касается системы, правоохранительной системы, да, здесь, к сожалению, я не могу сказать, что со сменой каких-то ключевых постов генеральный прокурор, новый министр внутренних дел, который, кстати, не очень-то разбирается в системе МВД со стороны, ну ладно, тоже другой вопрос, не могу сказать, что есть какие-то подвижки к лучшему. Скорее даже вот изменение законодательных норм, а закон, естественно, меняется, вносятся изменения, дополнения, вроде бы как бы улучшения, но с юридической точки зрения, на мой взгляд, нет очень важных моментов, не внесено изменений, которые могли бы говорить о таком существенном улучшении. Ну, допустим, говорить о тех же сроках. Вот во времена ужасной оккупации там были определенные сроки ведения дел, начало процесса. Соблюдались, в принципе, они да? Не дай бог, что-то там нарушит кто-то там. Там сразу такие проверки пойдут, наказания там и так далее. Даже что сейчас происходит? Ну, сейчас, во-первых, все отдано на откуп, в руки процесса Вирдзитая, процесс. Тот, кто ведет процесс. Да. Да. От него в основном зависит, хотя, естественно, на него могут влиять там начальники, там коллеги, оказывать как... Ну, в принципе, но в основном на него зависит. В основном на него и в основном на надзирающего прокурора. А вот выше уже дали возможность особенно не контролировать и не менять. Допустим, старший прокурор, он может вносить какие-то коррективы, распределять дела, но он не может дать указания нижестоящему прокурору о том, что вот есть неполадки в каком-то деле. И получается какая картина? Если следователь в полиции ведет дело, скажем так, не очень добросовестно, затягивает по срокам, не происходит ничего длительное время, то в лучшем случае надзирающий прокурор может просто-напросто дать какие-то указания, распоряжения, чтобы что-то происходило внизу. А вот если он скажет надзирающий прокурор, что все нормально в деле, обжалованию не подлежит, то уже дальше, в общем-то, бесполезно судиться. Я не так давно спросил у знакомого прокурора, говорю, почему вот ввели с этого года, ввели такие изменения, что вот обжалованию не подлежит, и дальше уже можешь не биться. Она говорит, так просто нас завалили жалобами, и чтобы меньше был вот поток вот этих вот жалоб на какие-то некомпетентности, неправильное расследование и прочее, просто не смогут больше обжаловать определенные решения. Вот и все. Но это не решение проблемы, это как бы ее обострение, это увод в сторону, это, ну, на мой взгляд, это неправильно. Поэтому проблем и
в организации самой работы и в нормативном регулировании их меньше, к сожалению, не становится. И вот приходится очень часто сталкиваться с такими серьезными нарушениями на всех этапах расследования по уголовным делам. Бывают такие ситуации, вот вы сказали, по надзирающему прокурору, ну, казалось, вроде бы, кажется по определению, что прокурор, ну, должен быть более опытным, ну, не знаю, более чувствовать, чем можно и чем нельзя, если говорить простым языком, идти в суд. Бывали ли в вашей практике ситуации, когда сам прокурор чувствует, что вот, ну, ту, как это, говоря простым языком, те факты, да, и те доказательства, которые собрал вот этот, как вы сказали, процесс резетайз, они недостаточны для того, чтобы идти в суд. Ну, не надо позориться, да, лучше тогда мы не будем идти в суд, прекратим дело или отправим на доследование, но не пойдем с пустыми руками, чтобы все это не развалилось, не рассыпалось. Не, ну, безусловно, разные бывают и полицейские, следователи, и прокурорские работники, и судьи. Есть те, кто добросовестно относится, но есть те, кто относится, скажем так, со стороны, глядя на это, достаточно формально. И по большому счету, для того, чтобы дело пошло в суд, уголовный процесс был передан в суд, для этого доказательства должны быть собраны очень серьезные, очень весомые. Но бывает, и вот в моей практике бывало, когда удавалось добиться прекращения уголовного процесса на досудебной стадии, и были сняты все санкции, были, скажем так, освобождены от каких-то возможных мер пресечения подозреваемые, потом уже обвиняемые, но обвинения не сняты, они все равно идут в суд, такое бывает. Тут во многом зависит от стороны обвинения, как это будет происходить, насколько обвинитель, государственный обвинитель, видит обоснованность тех доказательств, которые будут приниматься. Но иногда бывает и так, что предлагаешь прокурору по какому-то делу, что вот здесь явные какие-то недостатки, нарушения, давайте проведем следственное действие, допустим, конфронтационную, очную ставку, проведем между сторонами очную ставку. Чтобы понять, да? Чтобы понять, что, да, вот правда на нашей стороне, давайте проведем. А прокурор говорит, нет, пускай лучше это делает суд под запись, чтобы там суд определил, взвесил. Поэтому иногда… Перекладывается все на суд, да? Да, перекладывается ответственность, окончательная ответственность на суд. Такое тоже бывает. Насколько я знаю, у вас есть опыт, это, наверное, такой вот очень важный опыт, но и тяжелая такая работа, защиты, ну, потерпевшего, да? Но бывает такая ситуация, когда обвиняемый или подозреваемый в итоге оказывается потерпевшим. Вот когда, как вы сказали, с него снимаются все обвинения, ну, как мы знаем, у нас следствие не быстрое, да, и сроки иногда затягиваются, и продлеваются, потому что что-то вот процесс резетайз не доделал. И в результате, ну, человек страдает и в материальном, и в моральном плане. То есть, ну, к примеру, у него блокируются счета, бывает такое, да, ему там закрываются счета, арестовывается там имущество, там машина, то у него действительно есть реальные материальные потери. Может ли он потом, и насколько этот механизм эффективен, когда вы ему говорите, ну, ты пострадал, в отношении тебя незаконно было вот начато уголовное преследование, у тебя есть возможность в соответствии закона пойти давать-то компенсацию. Люди охотно на это идут, или они говорят, ой, это еще на годы, давай не будем. Да, у меня было в практике несколько таких дел, когда были, по большому счету, все основания обжаловать решения, принятые прокурором, судьей, когда фактически потерпевшая сторона, либо обвиняемый в прошлом тоже потерпел какие-то противозаконные действия, можно было бы это обжаловать в вышестоящих инстанциях. И этот вопрос, естественно, обсуждается, предлагается субъекту, тому, кто вот попал в такую ситуацию. Это зависит от него. Возможность выиграть и, скажем так, получить материальную компенсацию – на уровне вот нашего законодательства, нашей страны или в европейском суде. Она, конечно, есть, и такие случаи, знаем, бывают, но на размер вот этой компенсации, на большой размер не всегда можно рассчитывать. Допустим, в других странах, там в США, в тех же, там огромные суммы можно получить в качестве компенсации. У нас, конечно, недостаточно вот этого механизма, недостаточно он отработан. Вот, ну,
будем надеяться, что когда-то это произойдет в дальнейшем. То, что вы сказали в отношении потерпевших, да, у меня, скажем так, большинство дел получается так, что я веду, защищаю интересы потерпевших. Потерпевших, которые либо были вовлечены в процессуальные действия как подозреваемые, обвиняемые, либо потерпевшие, которые изначально оказались потерпевшими от каких-то преступлений, да, в том числе тяжких. И вот здесь вот самая, скажем так, печальная вырисовывается картина. Раньше, в общем-то, было так, что основной принцип государства вот должно защищать интересы потерпевшего. Потерпевшего, вот я да, хотел сейчас спросить. Потерпевший сам должен себя защищать. Поскольку, как это не удивительно, как да? Как это не удивительно, вот это парадокс. Бывает, даже приходится добиваться справедливости. Вот взять, допустим, дело журналиста Игоря Мейдена. Вот в этом месяце будет 2 года, как он стал потерпевшим по тяжкому преступлению. Он стал инвалидом первой группы, он был избит на общественном мероприятии, на концерте в Риге. И вот 2 года тянется дело, ну, я год назад к нему подключился, и получается, что мы пытаемся добиться, он потерпевший по тяжкому преступлению. То есть нанесены серьезно, действительно, серьезно, он стал вред здоровью. Инвалидом первой группы, он там в реанимации находился, там очень серьезные операции были, потом реабилитация, вот сейчас он, скажем так, наполовину остается парализованным. Вот, ограничен в своих возможностях, и он на концерте выполнял обязанности журналиста. Он по согласованию с администраторами выполнял функции журналиста, чтобы потом написать статью, сфотографировать и так далее. И был там избит. Да. И был там избит, оттуда, значит, он попал в скорую помощь, в реанимацию, подключились, да, дело было, значит, был уголовный процесс, все как положено, но вот 2 года тянется. И когда мы пытаемся понять, почему оно тянется, вот как стена, непробиваемая стена. Когда мы несколько месяцев назад попросили, официально попросили дать очную ставку с начальником охраны этого мероприятия, нам официально отказали, нет, мы не дадим. Хотя, и кто, даже нам не был назван конкретный человек, кто отвечал за охрану. Мы с помощью средств массовой информации провели ряд мероприятий и узнали, кто конкретный человек отвечал за охрану, кто присутствовал при этом, и более того, который тоже нанес незначительное, но пускай, тем не менее, нанес определенный ущерб потерпевшему. Мы говорим, дайте нам очную ставку уже с конкретным человеком. Нам опять отказывают. Почему? Совершенно непонятно. Мы проводим другие мероприятия, мы устанавливаем свидетелей этого события фактически на месте. А были свидетели, да? Да, были свидетели. Это общественное мероприятие, там и камеры, там люди кругом, там и знакомые были и так далее. Кто-то снимал, кто-то фотографировал. Мы говорим следствию, у нас есть доказательства, у нас есть свидетельская база, давайте будем их использовать. Нам отвечают, нас это не интересует, у нас свое, значит, расследование, у вас свое расследование. Создается впечатление, что просто не хотят использовать доказательственную базу для того, чтобы изобличить. Спрашиваем, у вас есть подозреваемый? Нет, мы вам ничего не скажем. И все. Это тайна следствия. Да, тайна следствия. Мы, значит, пишем, что человек выполнял обязанности как журналист. Надо переквалифицировать по тяжкому преступлению, по второй части. Нет, мы не считаем, что он там был как журналист, и дело не было переквалифицировано. Вот сейчас, спустя 2 года, мы будем начинать очередной виток борьбы за справедливость. А 2 года пошло уже. Вот да. 2 года сейчас будет. Никто не понес никакой ответственности. Дело как бы стоит. Что там происходит, невозможно понять. И вот здесь вот возникает вот вопрос, почему такая закрытость полиции, почему закрытость вот, правоохранительной системы, создается представление, что они работают сами на себя. Вот лет 15 назад был такое движение, общественное движение совместно с правоохранительными органами, у нас в том числе, и оно было во всем мире, об открытости полиции, о том, что полиция должна выполнять сервисные
услуги, она должна работать помогать на благо населению, населения, да, в интересах населения. И вот много проходилось, в том числе проводились и мы, наша общественная организация участвовала в этом, как в разных странах полиция взаимодействует с населением. И в тот период времени, да, создавались общественные какие-то организации, координационные советы, можно было обратиться, можно было что-то получить, какую-то информацию, обменяться, наметить какие-то совместные мероприятия по преодолению, по борьбе с преступностью, увидеть какие-то слабые места вот в системе, но потом полностью система закрылась, и все. Вот, допустим, в тех же Соединенных Штатах Америки, там невозможно, там тоже, конечно, есть свои плюсы и минусы, да, но вот невозможно представить, чтобы, скажем, офис шерифа не шел навстречу населению. Я вот сам был знаком лично и с шерифом в Орландо, во Флориде, и с шерифом Лос-Анджелеса, общались там, мне да, там организовывали там экскурсии, поездки там, полет на вертолете. Они всегда с населением общаются. Так да? Вот, они почему? Потому что шерифа выбирает, а шериф это не городская полиция, это округ. Округ. Огромное да, количество, и все вот у него, и пенитенциарная система наказания, все на нём, под да, ним, да, да. Вот, и расследование там, и так далее. Его не выберет население в следующий раз, потому что шерифа выбирает народ. Вот, и он должен встречаться с людьми, общаться. То есть он в какой-то степени почти депутат, да? Ну да, по большому счету так. Вот, если у него этого не будет, у него существуют программы. Как, что, если люди плохо относятся к действиям полиции, они обжалуют, они будут требовать наказания, наказание последует. У нас получается так. Дело тянется годами, прокурор... Он фактически что? Он, ну, напишет рекомендации, что надо сделать по делу. Раньше такое невозможно было. Раньше вплоть до наказания, вплоть до отстранения, вплоть до ответственности, если есть серьезные нарушения. Я уже не говорю об общественном взаимодействии, когда в страшные оккупационные годы были и юные друзья милиции, отряды дзержинцев, комсомольские отряды, ДНД, там опорные пункты правопорядка, где тесно работали вместе, взаимодействовали и так далее. Там, конечно, тоже были недостатки. Да, вот я хотел как раз задать вам вопрос, не хочется идеализировать советскую систему, там да, были свои, наверное, недостатки, их было немало. Но вот что касается, учитывая ваш опыт вот, в милиции, если есть тяжкое телесное повреждение, вот как мы говорим с Игорем Мейденом, там он инвалид первой группы, наверное, прокуратура подключалась тогда, и это не было рядовым преступлением, это же не по просто тяжким хулиганство. Была особая работа, особый контроль, всех буквально там строили, там на ушах стояли, чтобы раскрыть, расследовать, довести это. А есть убийство тем более, да? Ну, там вообще по многим приходилось работать, по тяжким, по убийствам. Там это было очень серьезно. Это было точно на контроле прокуратуры, да? И на контроле, и на самом жестком контроле, и на ведомственном контроле внутри системы. Периодические заслушивания, просматривания, рекомендации, почему дело тянется, почему оно не доводится до конца. И были подключены, подключались дополнительные всегда силы, и проводилась очень серьезная работа, чтобы довести дело до конца. Это при том, что не было таких возможностей, видео, как сейчас, ну, да, были конечно, свои сложности. Конечно, да, конечно. Да и техника была другая, и передача информации о том, что на мобильном телефоне можно использовать такой комплекс и как компьютер, тогда вообще об этом невозможно ну, было мечтать. Все можно было работали, делать да, вручную. Работали, да, да, как говорится, вот, своими руками, своими да, ногами, записной книжкой и все. Вот сейчас, конечно, возможностей намного больше, технические возможности тоже больше. В законодательном плане, вот, скажем, в оперативной работе многое дается. Многое то, что раньше даже невозможно себе было представить. Вот, допустим, в то время, ужасное оккупационное, тогда очень строго, вот, по крайней мере, в уголовном розыске смотрели, чтобы не было нарушений закона не только со стороны действующих работников, но в том числе и со стороны агентуры. Вот, и очень внимательно рассматривался вопрос, что а если агент, внедренный в преступную среду, стоит перед выбором совершить какое-то преступление или не совершить.
все делалось для того, чтобы избежать возможного совершения преступления со стороны источников информации, негласных сотрудников. Вот. Сейчас иногда бывает так, упирается в то, что, скажем, потерпевший понес ущерб, в отношении него совершено преступление, а виновная сторона, там не просто личные связи, а он оказывается, скажем так, нужным человеком в плане информации. Но хорошо, тогда ну, компенсируйте ущерб, найдите возможность, вот, но не допускайте такого, что просто-напросто дело обрубают, не доводя его до конца по определенным причинам, что это свой человек, его мы как бы не пустим под уголовную ответственность. Все формально делается для того, чтобы как-то красиво отписаться, отговориться, отложить, затянуть и так далее. И вот здесь получается так, что очень часто потерпевшая сторона перестает бороться. Вот на этом я хотел бы тоже обратить внимание. Бывает так, что подозреваемый, необоснованно подозреваемый, его ломают, система ломает, он начинает признавать вину в том, чего он не совершал. И его уговаривают, говорят, да, вот ты там согласись, тогда мы тебе там сделаем что-то. Вот до этого нельзя доходить. Надо бороться, надо стоять на своем, надо бороться за правду, доказывать, искать различные варианты, не опускать руки, а просто потерпевшие часто они просто перестают бороться, не стремятся что-то вот добиться справедливости, понимают, что эта система, в общем-то, такая, что доказать что-то очень сложно, и они, да будь как будет. Вот, вот это печально. Надо все-таки идти до конца, бороться и доказывать свою правоту. Вот не хочется, может быть, опять-таки уходить в политику, но просто чисто попытаемся юридическим методом. Вот у нас есть один депутат, и будем его рекламировать. Вчера все наблюдали это там в интернете, на экране, что один депутат, его ну, пытались не пустить в зал заседания Сейма, то есть на работу. Да? Вот депутат, его X, представляет интересы избирателей, они его работодатели. Идет пленарное заседание, ему говорят, вы должны предъявить, значит, вот или сертификат о вакцинации, или негативный тест. Он, кстати, будучи юристом, говорит, подождите секундочку, а на каком основании? Говорит, а мы так решили. Да, и вот возникает такая вот интересная, ну, может, в какой-то степени правовая коллизия, не защищая никого в этой ситуации, понимаешь, что каждый получил свою порцию пиара, да, но ведь действительно ведь это как-то странно, да, ведь депутат, если так можно сказать, подчиняется только своим избирателям, да, то есть происходит заседание фракций, и они говорят, вот теперь у нас такой порядок. Но ведь закона, требующего такую интимную информацию предъявить любому на входе, нету, что он должен показать сертификат, тест. Ну тогда примите сначала закон. В правовом государстве принимается закон, а потом уже разбирайтесь с теми, кто его выполняет и не выполняет. Он говорит, я не член фракционного совета, они не мои никакие начальники, вот они так решили. То есть я фактически на работу представлять интересы своих избирателей, не могу попасть. В этом есть какой-то нонсенс, да, может быть, это рядовой случай, но ведь это говорит о том, что мы пытаемся законы подменить какими-то заседаниями, какими-то коалиционными советами, да? Ведь что-то в этом есть. Так и есть. Ну, понятно, о ком идет речь. Да. Здесь, скажем так, большой, вот в связи в том числе с пандемией, большой блок проблем возникает. И то, что происходит, то, что мы видим, естественно, не только у нас, во всем мире люди, не все люди понимают, относятся с пониманием и с одобрением того, что происходит. Я, кстати, тоже отношусь к так называемым антивакцерам, но не осуждаю тех, кто вакцинировался. Хотите – пожалуйста, не хотите – это ваше право. Должна быть добровольность, поскольку не доказана еще объективно всесторонняя необходимость вот этого действия, необходимость мер, которые применены, может быть, даже ошибочность, может быть, когда-то эти ошибки будут в дальнейшем осознаны и осуждены, такое тоже мы не можем исключать. Ну и в связи с этим, конечно, возникает в обществе очень большое недовольство, в том числе некоторые депутаты, политики, будущие политики, которые войдут наверняка во власть,
высказывают и действуют определенным образом. Но несмотря на то, что, да, какие-то, скажем так, пиар-акции, они, естественно, имеют место быть, вот, но главное, на мой взгляд, чтобы не дошло до серьезных, то, что есть определенные нарушения правил и законодательных норм, это неизбежно. Но то, к чему призывает и этот депутат, и другие политики, не допустить насилия в обществе. Вот чтобы не было этого. В этом плане все-таки принцип добровольности должен быть ключевым, да? А вот принцип добровольности, на мой взгляд, он должен быть однозначно ключевым. И вот странно, что не все законодатели, не все представители исполнительной власти это понимают, осознают и действуют в соответствии с логикой. Должна быть элементарная логика, и должно быть участие как бы общества, обсуждение, давайте разъяснять, обсуждать, но не принуждать. Ну, такое ощущение, что вот часть политической элиты, они ведь это делают, возможно, от бессилия, они вот не знают, как дальше достучаться, да, то есть понятно, что, к сожалению, рейтинги уровня доверия вообще и парламента, правительства, и президента, к сожалению тоже, мы видим, потому что предыдущие президенты при всех, наверное, их недостатках, там у каждого, наверное, как и у любого человека были свои плюсы и минусы, но там весь президентский срок, президент всегда на схваткой, был более-менее приемлемый рейтинг доверия общества. Сейчас мы видим, что, к сожалению, ну, Левиц не обладает вот, доверием, и уж до того, чтобы стать президентом всех латвийцев, ему очень далеко. Может быть, это отчаяние в какой-то степени? Ну, отчаяние или не отчаяние, с их стороны, это их проблема. А вот отношение общества к тому, что происходит, конечно, оно, в общем-то, вызывает определенное напряжение. Мы не знаем, как это, до чего это дойдет и как это произойдет. Трудно предсказывать, останется Сейм, либо не останется. Тут есть и плюсы, и минусы. Требуют отставку Сейма, требуют изменения во многих сферах. Ну, посмотрим, как это будет. Я уже вне политики, вот, тут это по этому вопросу пускай анализируют, конечно, политики. Вот. Но с правовой точки зрения, да, есть, конечно, явные видимые недостатки со стороны исполнительной власти и со стороны законодателей. Вот, может быть, вот это такое, не хочется говорить соглашательство, вот, а скорее такое умиротворенное отношение к тому, что творится в обществе, да, вот это вызывает среди народа, вызывает определенное недопонимание. Да, возвращаясь, вот, может быть, к законодательству, поскольку вы, ну, практик, вы на практике чувствуете те или иные там изъяны или пробелы в законодательстве, мы помним, что еще какое-то время тому назад, ну, правоохранительные органы или там, не знаю, борцы с отмыванием денег, добытых преступным путем, говорили о том, что у них там руки связаны, что законодательство такое беззубое, они не могут реагировать на эти преступления, даже когда видят, что есть подозрения на отмывание средств, они не могут эффективно действовать. Были изменены вот целый ряд вот статей уголовного закона, уголовно-процессуального, и сейчас такое ощущение, что мы вот из одной крайности перешагнули в другую, потому что сейчас, я так понимаю, вы с этим сталкиваетесь, защищая клиентов, уже в обратную сторону, то есть происходит под подозрением, иногда даже вообще непонятно. Вот есть подозрения. Какие подозрения? Может быть, действительно есть основания, может быть, извините, какая-то заметка в Гугле нашли, что вот там что-то было, да? И в результате, я так понимаю, арестовываются средства, все это длится годами, да? То, что отмывание, легализация денег, нажитых преступным путем, существует, это мы все знаем. И с этим надо бороться, и с этим надо бороться тоже никто не отрицает. Да. Но когда эта борьба приобретает, скажем так, палочный характер, для того, чтобы, скажем, показать количественные какие-то показания, вот, как мы боремся, да. Да-да, а реальные как бы нарушители уходят от ответственности, вот это печально. И вот да, с этим приходится сталкиваться, когда цепляют за что-то, непонятно, скажем так, есть там что-то или нет, выводят человека из бизнеса, он лишается возможности распоряжаться своими средствами, губят, в общем-то, этот бизнес на корню, а потом оказывается, что человек-то не виноват,
Все и было доказательств правильно. Нет, да? Да, доказательств нет, и не просто нет доказательств, а реально он не виноват, он не планировал совершение преступлений. Вот, вот такое, к сожалению, бывает, и приходится с этим сталкиваться, хотя механизмы собирания доказательств, доказывания технические, да, они очень большие сейчас. И службы соответствующие, и КНАП, и финансовая разведка, и экономическая пожалуйста, полиция. Пожалуйста, работайте, да. Да, работайте, пожалуйста, но давайте же как бы не для палочного характера показать, что вот мы чего-то там добились, а потом все это дело разваливается. Надо логично делать, правильно вести. И вот да, вот здесь вот бывает так, что, в общем-то, вот вы спрашивали у меня перед эфиром то, что было, да, вот... В прошлом году это было закончено дело, когда человека в аэропорту задержали, он задекларировал свои деньги, он провозил совершенно легальные деньги, сумма была значительная, 150 тысяч, вот, но он легально их вез, и более того, у него было доказательство легальности этих средств. У него, он заполнил декларацию, ему говорят, подождите, сейчас мы как бы разберемся. Его под белые ручки доставляют в соответствующее учреждение, изымают все эти сумму, начинают уголовный процесс, и человек оказывается в такой ситуации. Вот все, как бы, хотя вроде все бы правильно, легальности там продал две квартиры, принес доказательства, на что мне отвечают. Так а доказательства вот эти документальные, это можно напечатать, распечатать на принтере на цветном, и все. Приходилось доказывать, что и вот человек оказывался в ситуации под уголовным преследованием в течение полугода. Ну, потом удалось все-таки до суда добиться, ему были все деньги возвращены, все было доказано как бы необоснованность, но полгода он оказывался. И это еще считается повезло, это быстро. Это да, это удачно все завершилось. И многих, почти до трех лет. Да, у многих я знаю, что так это дело и тянулось. Бесконечно. Вот это вот, да, это... То есть, практически получалось, что в той стране, откуда он как бы прибыл, надо было запрашивать какие-то оригиналы документов о поданных квартирах, да? В том числе, да. Хотя у него уже все были документальные доказательства, да, с печатями, все, но надо было доказывать, надо было подтверждать. Хотя сначала объясняли так, ну, мы сделали запрос в ту страну. Ждите. Когда, да, а это ждать вот этого официального ответа через систему правоохранительную можно годами. Вот. Но в том случае удалось добиться справедливости достаточно быстро, и дело до суда не дошло. Но это говорит, что все-таки есть такие пробелы в законодательстве. Да, надо бороться, надо бороться, надо не опускать руки, надо доказывать справедливость, правду, бороться за правду. Это как бы... Ну и не случайно собираются внести все-таки поправки в законодательство с тем, чтобы когда вот деньги замораживаются, да, должны быть обоснованные подозрения. Не конечно, потому что конечно. Вот мне показалось конечно. Его лицо какое-то подозрительное, да, конечно. Или его взгляд подозрительный. Конечно, конечно. К сожалению, бывает так, что вот сообщают, не проверяют достаточно основания для чего-то. Вот, но вот. К сожалению, это и некомпетентность, и другие моменты, они срабатывают. Вот, может быть, еще такой вопрос, это в какой-то степени, может быть, рекомендация нашим радиослушателям, если, не дай бог, они стали потерпевшими, да, ну, по уголовному делу, я имею в виду, ну, жертвами, да, вот, пример насилия, как вот мы говорили с нашим коллегой-журналистом, все-таки иногда, если есть такая финансовая возможность, все-таки, наверное, без адвоката не обойтись, потому что, ну, сейчас времена такие, да, надеяться, что обязательно тебя защитит государство, потому что по определению должно тебя защитить, вот, на вашем опыте это не всегда так, да? К сожалению, да, и люди обращаются, находят, и при необходимости работают частные детективы, подключаются. Иногда ко мне обращаются, думая, что я еще частный детектив. Да, по старой памяти. По да. старой памяти находят, говорят, вот вы частный детектив. Я говорю, нет, я адвокат, но есть, конечно, детективы, которые могут помочь. Есть те, которые по-прежнему практикуют, да? Да, 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 которые, да, которых я знаю, на которых можно положиться, да, и тогда совместно проводим, оказываем помощь людям.
Может быть, тогда еще такой вот последний вопрос, так, чтобы ну, мы были объективны. Может, и может создаться ощущение, что мы там как-то не ценим труд, может быть, правоохранительных органов. Ведь бывает, наверное, ситуации, вот, когда мы говорим, что вот слишком затягивается там расследование, да, по тем или иным делам. Да? Ведь бывает, наверное, ситуации, которые не всегда от этого процесса визитая, как мы говорим, от этого дознавателя и следователя по-старому, зависит. Ну, к примеру, там, не знаю, он подал куда-то запрос, как вы сказали. Там, я знаю, что подают запрос, к примеру, там, не знаю, в Швейцарию, можно ждать годами. Пока его переведут на английский язык, пока там рассмотрит одна структура в Швейцарии, потом, пока дойдет до того, кто должен эту информацию готовить, те делают запрос, там, не знаю, в компанию или в банк, и так, и уходит действительно время, без этих, как бы, вот, каких-то документов нельзя идти дальше завершать дело. Может быть, есть и объективная ведь необходимость затянуть, скажем так. Нет, безусловно, безусловно, есть добросовестные работники, которые выполняют свои обязанности, делают запросы, стремятся как бы все это собрать фактуру, собрать, да? Фактуру доказать, да. Это да, как говорится, без этого нельзя. Но хотелось бы, чтобы система работала в целом более эффективно и чтобы не забывали о том, что есть определенные, скажем так, чувство долга, определенная необходимость бороться за правду, за справедливость, доказывать и объективно доказывать вину, если она есть. А вот если ее нет, не основываться как, на каких-то домыслах, на каких-то ложных сообщениях, проверять объективно для того, чтобы вот добиться справедливости. Вы, наверное, правы. И, наверное, вот эта проблема, я так понимаю, она полностью не решена. Это вот загрузка и перегрузка, да, вот этих вот работников. А вот в этом вопросе я не могу полностью согласиться. Загрузка всегда была. Ее можно было бы решить. Есть ряд возможностей, как это сделать. Можно, да? Ну, конечно, можно. И вот в ряде стран, допустим, в тех же США, там приглашали ветеранов для того, чтобы они выполняли какую-то техническую работу. Сейчас, когда приходишь к следователю, он говорит, ой, я не успеваю по этому делу работать, у меня вот стоит кипа дел, которые подшивать надо. И вот следователь, вместо того, чтобы работать, он занимается шитьем дел, а этих дел у него там 500-600. Он даже раз в год не может добраться до того, чтобы одно дело посмотреть. Но это не его вина, это проблема системы. Система должна решить, найти возможность, как этот вопрос решить. Вот это вот плохо, что система не хочет. Должны быть какие-то помощники у дознавателей. Ну, конечно, ряд вариантов, прикомандированные сотрудники, да, вот как, вольнонаемные. Да, есть же помощники у судей, потому что понимаешь, что если у них не будет помощников, то они позже будут зашиваться. Да, да, ну не делаешь сидеть и шить дела, вот именно так вот шить их, когда их очень много. Надо распределить, надо найти возможность. Организация работы должна быть, а вот она страдает, к сожалению. Да, вот это хороший, может быть, такой совет в завершении, потому что что-то можно решить просто более грамотной организацией труда. Однозначно. Михаил Черноусов у нас был в прямом эфире, присяжный адвокат, доктор права. Большое спасибо. Спасибо. На одной волне.